через ручки. Справа мы идем. Правая, левая, правая. Левая, левая, правая, левая, правая. Можно аккуратненько, допустим, уйти назад с той же волной красиво. Сделать возвратную волну. Видите, видно вам, что я там делаю, да? Примерно, что мы сход. Волну какую-то там, допустим, выйти. Но опять-таки на ритм. Видите, очень сложно сейчас. Это только если по связкам ловить. Так, дальше. Хорошо, проходку сделали. Что может быть, ну вот мы сегодня, да, в конце говорили, что может возникнуть вдруг хоп в серединке, появиться что? Есть трекеры, я пока готовилась к мастер-классу, там у себя много чего слушала, есть ровно, может идти вот просто один и тот же ритм, вот и все на конце. А что может резко переключиться? Что может? То есть какие-то подвёрные части, вот давайте разберемся, какие чаще всего, что встречается в этой саиде? Еще? Еще. Ну, то есть, соответственно, мы должны понимать, что мы должны при этом знать, что на это делать, да? В любом случае, надеюсь, что услышав ритм, допустим, саидик,